пирогах счастье. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Ничего не понимаю. От людей на деревне не спрятаться. Нет секретов в деревне у нас. Хорошенькое дело. Ухватили животное и сполосовали ножиком голову. А я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить. А если бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ? Все-таки химия – это наука. Ну, это давно известно. Да? Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Это несерьезно. Ой, деревня, а. Техника, тут соображать надо. Это тебе не картошку варить. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал «Здоровье» так прямо и указывает. Простите, вы в какое время работаете? С 8 до 4, а по субботам... Вы работаете в век кибернетики и атомной энергии, а людей кормите в хижине! Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования. Особые приметы. Очень любит рыбий жир. Да ты на себя в зеркало-то посмотри! Пивная! Еще парочку! Вот все у вас как на параде. Да извините, да пожалуйста, мерси. Стаж, ничего уж тут не поделаешь. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Работа стоит, а срок идет. Ты не забывай, у тебя учет в рублях, а у меня в сутках. Кто? Деревня! Попрошу внимания, делайте, пожалуйста, умные лица. Вот. Жарили свечки, пухлые ставили. Во! Так, и все, убирай это. Ну, все, замечательно выходит. Этого добра хватает без вас. Где же я буду харчеваться? Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал. За это убивать надо! Грубый век, грубые нравы, романтизму нету, не дают человеку спокойно жить. Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Замечательно. За это вам наша искренняя сердечная благодарность. Я чё тут